програма «Голос Криму» на UA Крим і я її ведуча Ліна Голуб. Вітаю вас! Сьогодні в програмі ми поговоримо про футбол, а точніше про кримський футбол і, зокрема, про клуб «Таврія». А в гостях у нас Олег Комуняр, кримчанин, віце-президент Федерації футболу Автономної Республіки Крим «Ультрас Таврії». Олеже, вітаю вас! Добрий день! Розкажіть, будь ласка, для початку, що для вас означає бути «Ультрас»? Та любіть свій клуб, любіть свій город, команду. Собственно, так. Як давно ви вболіваєте за «Таврію» і чому саме за неї? Та вже, не знаю, вже більше 10 років, 100%. Чому? Тому що це кримська команда з Сімферополя, я сам з Сімферополя. Так мене привел коли-то на стадіон мій дідусь, так я до сих пор болію за «Таврію». Це була любов з першого погляду. Які особливості були у кримського футболу загалом порівняно з материковим і як він розвивався? Ну, скажем так, если брать профессиональный футбол, то, наверное, особенностей особо и не было, если брать там топовые клубы премьер-лиги. Но что касается, может, молодежного, детского, юношеского футбола, то он по многим пунктам уступал материковому. Это, в первую очередь, это было меньше места для тренировок для молодежи. И, собственно, это, наверное, самая была такая негатив из крымского футбола тех лет. А какие успехи мав и какие позиции в загальноукраинском контексте займав Таврія у 2013-2014 році до анексии? 13-14 год непосредственно сезон был достаточно тяжелый. Таврии тогда пришел тренер греческий Янис Христополос. Ему пришлось работать в тяжелых условиях, потому что «Таврия» находилась под санкциями и не могла заявлять новых игроков. И ему приходилось работать в основном с молодежью, потому, скажем так, результаты не сильно радовали. Ну, как только у нас появился свет в конце туннеля, санкции были сняты, началась анексия Крыма. Через что выникли эти санкции? Ну, были проблемы с контрактами предыдущих игроков, скажем так, по выплату их заработной платы. Как вы решили это питание? Ну, собственно, в судебном порядке, я уже, если честно, так и уже эту историю и не помню. Это долго тривало? Ну, год, да, находились под санкциями. После анексии Крыма кто принял решение распустить клуб? Был тогда генеральный директор такой Александр Бойцин, который тоже поддался вот вражеской пропаганде, ну или сам был агентом, скажем, Кремля, ну, грубо говоря. Он мечтал о российских деньгах, которые якобы сейчас пойдут в Крым, в крымский футбол, что крымские команды будут играть в украинском чемпионате, в российском чемпионате. И, собственно, он привел команду к тому, что он не начал процесс перебазирования клуба на материк, а наоборот, все пришло к тому, чтобы клуб умер, и он хотел создать новый уже российский клуб. Ну, собственно, ничего не получилось, потому что крымские клубы не могли выступать в России. И, собственно, «Таврия» исчезла. А как это решение отбилось на гравцах? Что они делали дальше? Ну, скажем так, легионеры поехали домой. Те, что еще украинские игроки, которые еще могли играть, перешли в другие клубы. Кто-то, как Назаренко или Калиниченко, они закончили карьеру. И, собственно, все разошлись. Ви підтримуєте зв'язок з кимось із гравців? Так, це з некоторими легіонерами і бувшими ігроками «Таврії». Наприклад, з Василом Гігіадзевим. Видно, що він нашу страницю читає по лайкам. Тобто, ну, звісно, з усіма, з ким в ті роки був знаком, підтримуємо. Вони дуже раді, що «Таврія» зараз возродилась. Так, оскільки «Таврія» відродила материкові Україні фактично з нуля у 2016 році, розкажіть, як, власне, обирали нове місце, як зібрали гравців і хто ці футболісти? Ну, собственно, місце для початку, коли тільки запустився процес возрождения клубу, думали, що будемо грати в Херсоні, але по ряду причин не вийшло там. Спочатку було ідея, що з допомогою УЄФА буде построєн новий стадіон, конкретно під «Таврію». Потім із-за
каких-то там процессов, которые были скандалов УЕФА, это все затормозилось. И, в общем, в итоге пришло глава Береславского района, тоже помог, и было принято решение играть именно в Береславе. Более в этом городе нет профессионального клуба, и там, скажем так, болельщики голодные к футболу. Собственно, Таврія там прижилась. Як ви ставитесь до аналогу Таврії в Сімферополі? Ну, это не аналог Таврії, это клуб, созданный оккупантами, их марионетками в качестве российской пропаганды, что показывает, что у них ничего не поменялось, а стало даже якобы лучше. То есть это не футбольный клуб, это, скажем, такой же пропагандистский проект. Але ж вони себе зараз пропагандують, як та ж сама Таврія, і деякі гравці ті ж самі. Ну, знаєте, це ясно, що і некоторі гравці оказались предателями, і, скажімо так, недостойними людьми. Ну, і розказувати можна що угодно, що воно по факту є, ми це все знаємо. Вони ж пусть по телевізору і про 45-х мальчиків розказують. Чи допомагала Федерація футболу України у відродженні Таврії? Да, конечно, і сейчас помогает. То есть Федерация футбола, скажем так, при ее поддержке сейчас идет возрождение клуба. Чи грають попередні гравці у теперішній Таврії на материку? Ні, на даний момент ні. Єдине, що наш капітан – це Максим Логвиненко. Він коли-то грав в молодіжному составі Таврії, ще там, в Криму. Зараз він капітан Таврії. Ви як вболівальник, як відчули переїзд на Петрикову частину, які були емоції? Та самі позитивні, тому що ця новина не тільки мене порадувала, і всіх, це був восторг. Тобто в понеділок з'явився чемпіонат, в суботу у нас вже була перша гра в Харкові. Многие болельщики поїхали одразу на цю гру, тобто це було тільки восторг. Після деокупації ви плануєте повернутися до Криму? Ну, приеду, не знаю, вряд ли я там, может, еще когда-нибудь буду жить, но посмотрим, как судьба вернется. Ну, по-любому приеду. У нас еще есть там незаконченные дела. А как вы считаете, Таврія повернется туда, чи буде уже выступать в Украине? Обязательно. После деоккупации Крыма через какое-то время Таврія вернется, дай бог, на свой родной стадион, что он еще к этому времени не развалится или его не снесут, не построят вместо него парковку. Это будет позитивный вплив на неї, чи ні? Конечно, команда должна играть у себя дома. Пропоную також послухати, що думає вболівальниця, капітан команди і тренер щодо відродження команди Таврія. Как услышала сегодня, что будет матч и будет играть наша Таврия Симферополь, поэтому я решила прийти и посмотреть, и поболеть. Как оказалось, в Херсоне несложно найти розу Таврии Симферополь. Вот я ее нашла очень быстро. Вот, и болею. Я ходила на их матчи, болела. Но, конечно, те матчи, сегодняшние матчи, их не сравнишь. Те матчи всегда были такие очень громкие, очень яркие. Сегодня очень, так я скажу, скучновато. У нас команда собралась только новая, мы новые люди приехали на просмотр, их просматривают. Ну, в каждом матче нам дается установка на победу, люди выходят, доказывают, завоевывают место, чтобы остаться в команде и доигрывать в чемпионате. Это ж новые, считай, как бы ребята, молодые. Я им сразу сказал, что у нас в области три профессиональные команды. Ну, по каким-то причинам вы туда не попали. А сейчас у вас есть шанс. Олеже, з якої ліги і з яких результатів починала нова Таврія? Ми починали з аматорської ліги. Результати були, скажімо так, особливо поначалу не сильно хороші, тому що команда тільки зібралась. Були ще непонятні умови не для тренувань, команда, состав не зігран. Ігроків ми набирали буквально за несколько дней до начала матча, и мы первый круг достаточно плохо сыграли, заняв третье место с конца. Ну, а сезон мы закончили на седьмом, кажется, месте или восьмом, извините, в летчике. Ну, главное, что команда играла в аматорском чемпионате и, собственно, перешли во вторую лигу. Чего удалось достигти на сегодня? На сегодняшний день мы попали в третий квалификационный раунд Кубка Украины. И сейчас команда занимает четвертое место в чемпионате.
сыграв 3 матчі, 2 победы и 1 поражение от Днепро 1. Скільки гравців зараз у команді і чи планують ще набирати? В команді зараз около 15 игроков. Конечно, постоянно просматривается. Еще, возможно, будут усиления до того как периода, как закроется трансферное окно. Какие цели на цей сезон и яке планують займати місце у другій лізі? Планировать что-то тяжело, особенно в нашем случае. Но, конечно же, мы будем играть на самый высокий результат. Будем стараться занять призовое место, и чтобы это место по ходу сезона дало нам право квалифицироваться в первую лигу. Як оцінюють вони шанси свої на вихід з другої ліги? Шанси есть, конечно, выйти. Ну, надо стараться, надо играть в футбол. Но спасибо команде, что у нее, наверное, не 100%, а 120% самоотдача. Ребята играют, и такой футбол действительно приятно смотреть. Даже вот последнюю игру мы проиграли, но все равно это был очень хороший футбол. Какие найгостріші зараз финансовые проблемы у кого? Ну, конечно, клуб испытывает. Клуб не имеет сейчас постоянного финансирования и на должном уровне. Конечно, постоянно находимся в поиске инвестора. Этим вопросом занимается народный депутат Сергей Владимирович Куницын, который является и президентом футбольного клуба «Таврия». Ну, хочется надеяться, что финансовые проблемы мы решим. Потому что, да, чем быстрее мы этот вопрос решим, тем у нас больше шансов повыситься в классе, потому что надо будет и сильнее игроков набирать, естественно, делать условия, чтобы они к нам шли. Что готовый делать клуб для залучения новых гравцов? Ну, опять же, это решить свои финансовые проблемы и сделать условия, чтобы игрокам было интересно играть в Таврии. А как сейчас справа с фанатским рухом на материку? Но он существует. Это те ребята, которые болели за Таврию всегда, это ультрас Таврии. Но проблема фанатского движения в том, что сейчас все раскиданы по разным городам, и не всегда есть возможность приехать на игру. Ну и много ребят сейчас на фронте воюют против российского оккупанта, поэтому тоже не могут посещать матчи Таврии. Так что фанатский рух как бы пока, скажем так, не ведет такое свое существование. Чи приєднуються нові ультрас? Ну, скажем так, про ультрас говорить рано, что они присоединяются к фанатскому движению. Ну, скажем, у Таврии с каждым матчем становится все больше и больше болельщиков и в Береславе, и в Новой Каховке, которые раньше не болели за Таврию, сейчас с удовольствием ходят на стадион. Ну, потому что команда играет, команда показывает результат, на такой футбол интересно смотреть, конечно, будут люди ходить. А багато фанатів переїхало з Криму? Ну, около сотні. А як на даний момент? Є люди, які їздять з Криму, але, опять же, проблема – це пересечення адміністративної границі з Кримом, тому що і ФСБ слідить за такими людьми, хто їздить на футбол, і можуть бути проблеми. Тому люди, якщо їздять без якоїсь атрибутики, и нельзя показывать, что ты едешь на футбол. Но, опять же, тяжело пересекать эту админграницу. Во-первых, это тяжело, потому что все эти процессы пройти. Во-вторых, это тяжело пройти морально. То есть, ну, и у наших болельщики ездят. Из Крыма тоже приезжают до сотни людей на матчи. Было такое. Як на даний момент розвивається кримський футбол під прокремлівською владою? Ну, під кремлівською владою футбол, на самом деле, в Криму тільки може умереть. Так що тут такое дело. То есть это полная деградация. То есть там все. Мне недавно болельщик присылал фотографию, он гулял по стадиону «Локомотив». Там уже мачты освещения поржавели, поле выгоревшее, беговые дорожки выгоревшие. Там где-то на навесик был, там крышу сорвало. Но зато они какой-то там такой пророссийский лозунг на фасаде вывесили. То есть то есть все умирает, инфраструктура, бывшая база Таврии в Почтовом поросла уже бурьяном, человеческий рост. Так что то, что они там создают какие-то клубы и делают имитацию чемпионата, это все не больше, чем пропаганда.
Стадіон у Сімферополі знаходиться в аварійному стані. Як ви вважаєте, чи є перспективи його якось відбудувати? Я думаю, что оккупанты делают все, чтобы этот стадион побыстрее пришел в негодное состояние, чтобы его снести и что-то на его месте построить. То есть я думаю, что все к этому ведется. І наостанок, що ви хотіли сказати кримчанам у День Незалежності України? Хочу пожелати здоров'я, терпіння і дождатися той момент, коли ми освободимо Крим. Тут хочеться процитувати, наверное, Тараса Григорьевича: «І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі». Так що з праздником вас, соотечественники, ми повернемося і всіх накажемо. Дякую, Олеже. На цьому ми, на жаль, завершуємо нашу програму. Нагадаю, в гостях у нас був Олег Комуняр, віце-президент Федерації футболу Автономної Республіки Крим і вболівальник Таврії. У студії для вас працювала Ліна Голуб. До зустрічі на UA Крим.